Wait, please, I'm finishing it. It's my new record. Wait, please. Всем привет, с вами Мундрей. Я наконец-то добралась до серии Побахопу по нашему турниру, который, в принципе, был записан месяц или два назад. Ну, как всегда, по самой частой причине это потому что какого-то из участников проблема скинуть мне демку. В этот раз это был Гроик. Сразу после записи я его просила, потом он не отвечал на сообщение. В принципе, я хотела вставить только Крипстера демку сверху, как я обычно это делаю, но подумала, что не хочу кого-то одного только вставлять. Поэтому на финале, я надеюсь, будет у обоих участников демка, чтобы это выглядело красиво. Также напоминаю, что победитель получает приз размером 500 рублей и пушку какую-то СКС-ку. И также должен записать видео именно по Бахопу на мой канал. Это так, баянчик такой небольшой. Будет немного сложно комментировать, потому что я не вижу, что творится у другого человека на экране, чтобы сравнивать. Ну, в принципе, допустим, Крипстер сейчас проходит на синих платформах. А, да, карта называется как-то там со словом Арканы. Честно, я забыла. В записи же больше месяца, я уже не помню, что там было. В общем, Гроик где-то еще в начале, он даже еще не допрыгал до этих деревьев и до этих платформ. А Крипстер уже перешел на красный, то есть всего там зеленые, синие и потом красные. Сейчас он должен допрыгать где-то тут до верхушки, будет проход в дерево на следующую локацию или стейдж, как вам удобнее. Вот где-то вот тут, не знаю, я опять переключился на Кройк. Вот он только на зеленых платформах, то есть ему еще предстоит синие и красные, чтобы добраться до Крипстера. Сейчас между ними не очень большое расстояние, так что у Кройка есть все шансы догнать Крипстера. Ну, сейчас Крипстер прыгнул в это дерево, неудачно разогнался, еще раз прыгнул и, как же это говорилось, пострейфил, да? И упал в воду мутную. В принципе, тут нечего сказать. Гроик тоже допрыгнул, по-моему, до синих, да? Да. Сейчас он только на синих платформах. Так, тут мне нужно было выйти из сети, потому что меня достали заходить в сети, писать, приглашать в игру. Мне мешают снимать. И Крипстер дошел до следующего стейджа, который я лично назвала канализацией. Я не знаю, как он по-другому называется. Он такие, типа, трубы водосточные. Гроек что-то пофакашило немного, может, писал кому-то. В принципе, он на этом потерял время, нельзя останавливаться на Бахопе. Тут немного пролагал, почти застрял в дереве. Но нет, это у него получится на следующей локации. Крипстер безошибочно пропрыгивает. Почти уже докончил пропрыгивать эту локацию. В принципе, карта сама по себе не очень сложная, потому что даже я ее прошла. Кажется, я ее проходила. А, нет, я дошла до локации после канализации, и там, по-моему, все, не смогла дальше. Тем временем Гроик у нас пропрыгивает красную локацию, красные ступеньки. Не понял, что нужно прыгнуть в дерево. Попрыгал, посмотрел, куда прыгать, не понимает, короче. И такой, о, догнал, опа, вот оно, дерево, надо в него запрыгнуть. И, короче, на этом моменте он завис. И тут даже мне умудряются приглашать в игру, даже когда я не в сети. Тем временем Крипстер допрыгал до локации, которую он назвал... Твистер? Нет, как-то так, по-моему. Не помню, честно, не помню, давно уже было. А Гроик все висит в дереве. Короче, он, можно сказать, закончил проходить карту, дальше ему ничего уже не поможет. Ну, только если он знает, как выбраться из этого лага. В общем, Крипстер прошел уже карту процентов так на 90. Тут сейчас будет американец нервный, которого я вырезал. Крипстер, давай, должен пройти, закончить эту карту, успеть. Но, к сожалению, он не успел закончить карту проходить. Там ему оставалось-то минут 5 или еще что-то такое. Потом время на сервере закончилось. В принципе, в этом минус основной. Почему хорошо записывать на своем хосте. Грег до сих пор висит в своем дереве, не знает, как выбраться оттуда. Крипстера он же ни за что не догонит. Заканчиваем.
Там они что-то в чате переговариваются, я уже не помню. В общем, крипстеры как хорошо, как всегда, пропрыгивают по своим платформам. Такая довольно-таки однообразная локация, мне она не очень нравится. Стейдж, локация, да. Сейчас он должен где-то тут дойти до конца этих ступенек, да, и вот сейчас самое забавное, что мне больше всего нравится вот в этой части локации, это вот. Я бы сама прошла с радостью, если бы дошла до этого места. Так что... Что-то я еще хотела добавить. Не помню. Ну ладно. В общем, я надеюсь, что полуфинал и финал запишу успешнее и быстрее смонтирую, ибо мне лень иногда бывает, да и сейчас времени не особо есть много. Гроик наконец-то под конец карты вылез из своего лагучего дерева. В принципе, на этом можно попрощаться. Тут сейчас карта закончится, вы услышите грозного Америкоса. Всем спасибо за просмотр, с вами была Мунрей, ставьте лайки, я постараюсь быстрее запилить что-то следующее. Всем пока.